700 детей в этом году принимают участие в песенном фестивале «Камертон». Его организатор – традиционно Центр детского и юношеского туризма. В феврале проводился отборочный турнир, и вот первый гала-концерт тех, кто особо впечатлил жюри. Жюри у нас дирижеры, режиссеры из музыкального училища и лауреаты фестивалей, поэты. В этом году открыта новая номинация «Художественное чтение». Выступающие должны показать музыкальность, мастерство и оригинальность исполнения. Тематика песен – военная, ведь фестиваль проводится в рамках акции «Дорога и памяти». Учащиеся 5-й гимназии, а есть и совсем юные участники фестиваля – детсадовцы. Мы уже второй раз участвуем на камертоне, нам это очень нравится. Наши детки очень ждут весенних вот этих мероприятий. Гала-концерты пройдут 17, 19 и 21 марта в Центральном районе Сочи. А завершится фестиваль финальным концертом в конце апреля здесь же, в Доме культуры «Аэлита». Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания «ФКТ».